Первыми шахматные доски развернули учащиеся школы номер 1 имени Пушкина. 25 юных шахматистов разыграли партии с одноклассниками и ребятами с параллели. Буквально через 1,5 минуты после начала интеллектуальной битвы определился первый победитель. Я просто вывел 2 фигуры и мат поставил, потому что я много слушаю и вижу по сопернику, какой он. Знает он или нет. Уроки шахматной грамотности, стартовавшие в школах города с сентября прошлого года за счет средств корпорации ВСМПО «Висма», принесли первые плоды. В течение месяца мы во всех школах проведем соревнования среди первоклассников. У нас они занимаются шахматами с сентября. И вот за полгода весь класс научился играть в шахматы. Шахматный турнир среди первоклассников продлится до конца февраля. В каждой из 7 школ Верхней Салды назовут имена лучших спортсменов. Они сразятся в финальном межшкольном турнире, который пройдет в мае.